Радий вітати. Добрий день, Юрій. Спасибо, що ви з нами. Андрій Андрійович, ви знаєте, я б хотів почати з события, яке от 5-6 числа должно состояться, речь о Саудовской Аравии. Вы знаете, какое совпадение, что... я тоже хотел бы начать с этого события. Да, да, да. Но у нас есть информационный повод, помимо того, что мы знаем фактически, ну да, какие участники там будут, мы знаем там частично, возможно, чем будет наполнена повестка, но вот Wall Street Journal, например, сообщает о том, что Соединенные Штаты будут убеждать Китай. А вчера как раз стало известно, или позавчера стало известно, что китайцы будут присутствовать, в частности, в лице Ли Хуэя. Я напомню для наших зрителей, что это так называемый спецпредставитель по Украине, ну, по войне, скажем так. Так вот, еще очень важная особенность, я думаю, что нам с вами, как раз вот нам с вами было бы весьма интересно обсудить эту фигуру. Штаты, как я понимаю, исправляйте, если ошибаюсь, будет представлять господин Салливан. Так вот, чего нам стоит ожидать от этого всего? Да, Салливан – это знакомая нам фигура. Ну, кстати, это уже Саудовская Аравия – это второй этап такого переговоров Салливан-Ермак. Был в Копенгагене первый. Она мало прошла малозаметной, как бы в тени саммита в Вильнюсе. Это смысл вот это Копенгаген, Джида, дальше Нью-Йорк будет во время сессии в Нью-Йорке ассамблеи, и да, и промежутки еще большая двадцатка в Дели. Общая идея, ну, как нам уверяют наши американские друзья, союзники, как бы подтянуть позицию глобального юга к позиции Запада. В вопросе войны в Украине. Я напомню, что позиция Запада, она очень четко сформулирована. Иногда ее называют план Зеленского. Но это не план Зеленского, это план, зафиксированный в трех подряд документах Большой Восьмерки. Я называю это Большой Восьмеркой по привычке, потому что обсуждения по Украине, они шли с активнейшим участием президента Украины. Это заявление от 14 сентября, извините, октября, от 14 декабря, и третье заявление Большой Семерки, оно шло параллельно с саммитом в Вильнюсе. И там основные пункты, опять же повторю, не плана Зеленского, а плана Большой Семерки, озвученного, артикулированного всеми лидерами западных государств, включая президента Байдена, это полный вывод российских оккупационных войск территории Украины, гарантии безопасности Украины в послевоенный период, наказание военных преступников и восстановление Украины в значительной доле за счет репараций на страну агрессора. Вот. Так, конечно, хорошо бы подтянуть позицию глобального юга к этой декларации. Ну, позиция глобального юга, как мы знаем из заявлений очень многих посредников, миротворцев, приезжавших в Киев, это как бы они прежде всего настаивают на прекращении огня, ну и косвенно это сохранение части украинской территории в руках России. Нет там требования безоговорочного вывода оккупационных войск. Ну, возникает такое законное опасение, что, ну, когда мы подтягиваем позицию одной стороны к другой, то не за счет ли ослабления вот позиции Запада. Тем более это подозрение усилилось у меня, например, в связи вот с скандальной публикацией в Moscow Times, собственно, скандальная не сама публикация Moscow Times, а то, о чем она рассказывает. Ну, давайте называть своими именами. Американцы вели секретные переговоры с Россией в так называемом вот формате second track. Second track – это несколько раз применявшаяся в российско-американских отношениях модель в течение последних десятилетий. Наиболее известны это переговоры на острове Бойсто в Финляндии в июле
2014 года. Идея этого second track, что, вот, вы знаете, иногда официальным делегациям трудно договориться, делегациям МИДа. Не лучше ли получить это дело таким независимым экспертам, людям, не занимающим официальных постов, но тем не менее опытным дипломатам, экспертам, прекрасно понимающим позиции правительств соответствующих. Вот были организованы такая группа, очень замечательный был состав. Группа российских независимых экспертов на острове Бойста возглавляла никто иной, как экс-директор службы внешней разведки генерал армии Трубников. А группу независимых американских советников составлял очень интересный человек, возглавлял экс-директор по России Совета национальной безопасности при Буше сыне Том Грэм. Человек, которого очень хорошо знаю, мы даже 30 лет назад были, ну, если не друзьями, то приятелями. Вот. Я считаю этого человека стопроцентным сознательным агентом влияния России. Он вот с этого поста директора по России в администрации Буша неожиданно ушел в отставку в 2005 году в так называемую группу мудрецов. Была организована как бы интернациональная международная группа мудрецов во главе с двумя мудрецами – Киссинджером и Примаковым. И вот финансирование этой группы мудрецов велось российскими олигархами. И вот когда Том ушел на эту работу с государственной поста, он сам мне признавался, не скрывая своего удовольствия, что зарплата его возросла в 8 раз. Вот, неплохо. В этой группе мудрецов он был правой рукой Киссинджера. Все, что Киссинджер говорил и писал по России, в общем, готовилось, артикулировалось, подготавливалось Грэмом. А что говорил Киссинджер по 20 последних лет о том, что Россия, Украина должна быть нейтральной, Украина должна быть финляндизированной, расширение НАТО на восток, это была ошибка и так далее. Но надо сказать, что столетний Киссинджер нашел себе мужество отказаться от этих взглядов. Мы наблюдали как бы в прямом эфире его эволюцию в прошлом году. Сначала такое достаточно противоречивое выступление на Давосской конференции. А потом в июле прошлого года он опубликовал статью, где впервые первым из крупных западных лидеров, экспертов, политиков заявил очевидное, что, слушайте, мы вот создавали НАТО там 70 лет назад для того, чтобы защищать европейские страны от нашествия с Востока, так единственная страна, которая де-факто выполняет миссию НАТО, это сегодня Украина. И мы должны это понимать и подумать также и о оформлении этого членства де-факто. Это был полный отказ от всего его прежнего края. Да он это не скрывал. Он говорил, да, я 20 лет боролся против вступления Украины в НАТО за ее нейтрализацию. Я думаю, что я предотвращаю войну. На самом деле я ее приблизил. Вот на меня это произвело большое впечатление. Сразу вспомнил о своем бывшем друге Грэме. И подумал, ну, наверное, Том тоже прозрел и даже начал разыскивать его телефон новый. Но мне сразу успокоили, что нет, он как раз с Киссинджером не согласился, и после этого заявления из офиса Киссинджера ушел. А вот своих взглядов по России он совершенно не изменил. Так вот, произошла удивительная вещь. Сейчас сформированная, с ведома российского и американского руководства, снова вот такая second-tech-группа во главе с Грэмом. Первая ее рабочая встреча произошла 24 апреля этого года, в тот позорный для Организации Объединенных Наций день, когда военный преступник Лавров приехал в Нью-Йорк попредседательствовать на заседании. Так вот, совершенно открыто, не скрываясь, Том, ну, как и в прошлый раз на острове Бойста, там как американская делегация составляется, ну, во главе стоит, так сказать, русский агент влияния, а член делегации подбирается из полезных буржуазных идиотов, которые ни в коем случае не являются никакими русскими агентами, а просто так искренне думают, что вот НАТО не должно расширяться, нужно учитывать безопасность России, Россия важный для нас союзник в борьбе с Китаем, поэтому нужно им пойти навстречу. Вот он пришел на встречу с Лавровым, открыто совершенно, с двумя такими очень крупными, очень известными
полезными буржуазными идиотами. Один из них — Ричард Хаус, это никто иной, как председатель, президент престижнейшего Council on Foreign Affairs. Он как раз накануне с неким Чепманом, с которым они вдвоем пришли, опубликовал Foreign Affairs большую статью: «Нам нужна новая стратегия по Украине». Вот новая стратегия в том, что нужно прекращать войну, учитывать беззаботность России, договариваться с русскими и так далее. После этого они 3 часа беседовали с Лавровым, поэтому их трек был назван даже потом 1,5 трек. Ну, а первый трек – это официальные дипломаты, вот неофициальные эксперты – это второй трек, а так с русской стороны участвовал министр иностранных дел, а с американской – крупные эксперты. И они, после этого они доложили, пошли в офис к Селивану и доложили ему о том, что произошло. Ну и потом Киссинджер поехал, Грэм поехал в Россию, где эти переговоры продолжались. Об этом было известно в американской прессе, NBC об этом писала, и офис Салливана, ни он сам, ни его офис ни в коем случае это не опровергал. Да, вот встречались такие люди с Лавровым, потом доложили о своих переговорах с Салливаном. Скандал разразился 27 июня. Moscow Times опубликовала текст выступления самого Тома Грэма. Непонятно где, то ли в редакции Moscow Times, то ли, возможно, где-то в американском посольстве, видно, в американской аудитории, где он как бы рассказывал об итогах этих переговоров. Вы знаете, я, пожалуй, зачитаю некоторые самые... О, прошу вас, это было бы замечательно. Самые удивительные вещи, если я сейчас найду. Одну секундочку. Да, вот было бы любопытно нашей аудитории услышать, да, о чем конкретно речь. Это очень важно, имеет непосредственное отношение к встрече. Да, безусловно. Встреча с Джиди. Так, извините, все, вот я нашел. Прошу вас. Вот он сидит в прекрасной атмосфере, наверное, и очень откровенно рассказывает. Да, я забегаю чуть вперед. В тот же день Селивана через своего секретаря разразился гневным опровержением. Никакого Тома Грэма не знаем, никуда мы его не посылали, первый раз слышим, и наша политика остается неизменной. Ничего об Украине без Украины. А вот там Грэм рассказывает. Мы дали ясно понять нашим русским собеседникам, что готовы конструктивно обсуждать российские озабоченности в сфере безопасности. Соединенным Штатам нужна сильная Россия, обеспечивающая стабильность вдоль всей своей периферии. Мы понимаем, что полная победа над Россией в Европе ослабила бы наши позиции в других регионах мира. Ну, это намек на Китай. Российская мощь, дословно Russian power, не такая уж обязательно и плохая вещь для нас. Мы согласились, что шансы украинцев вернуть все свои территории ничтожны, малы. Что касается Крыма, если русские почувствуют, что они могут его потерять, то они почти наверняка прибегнут к использованию ядерного оружия. Но это последнее уже просто абсолютная ложь, потому что этот шантаж ядерный уже сейчас после событий, особенно 22 июня, просто нет. Ну вот вы видите направленность этой группы. Ну дальше... Дальше он говорит, что они предлагали своим собеседникам. Ну, это Крым, разумеется, остается без всяких вопросов. А в 4 регионах, провозглашенных уже территории России, проводится референдум. А кто проводит? Российская власть снова проводит. Жители свободно оценят. Ну, понятно, что это такое. Это полная сдача украинских позиций. Да, и интересен второй момент из этих откровений Тома Грэма, очень интересен. Да, он рассказывает о своих впечатлениях. Когда вы сидите напротив высших российских чиновников и советников, то есть он беседовал с ближайшим окружением Путина, вам очевидно, что основная проблема этих русских в том, что они не способны внятно артикулировать, чего именно они хотели бы. Элиты растеряны. Многие понимают,
что начало войны было колоссальной ошибкой, но не готовы принимать унизительное поражение. Они охотно согласились бы с нашим планом, вот тот план, который предлагает. Но основная проблема у нас не с российской элитой в целом, а с Путиным. Путин, оказывается, блокирует любой возможный прогресс. По этим причинам полагаю, что нам следует работать напрямую с людьми в высших эшелонах власти, готовыми остановить войну на предлагаемых нами условиях. Как только эти люди договорятся об альтернативном лидере, свержение Путина не будет чем-то невозможным. Это интересно показать, знаете, атмосферы в этих элитах, ну, которые восприняли Грэма, естественно, как официального представителя американских властей. Вот. Эпизод очень полезен, потому что вот попытку вот помочь Путину, или, оказывается, даже не Путину, а вот российской элите, которая готова и Путина сместить ради этого, предложить им почетную ничью, она, конечно, исходила из определенного крыла американской администрации. В этом для нас ничего нового. Мы всегда, 2 года мы с вами обсуждаем, есть точка зрения Блинкина и Остина, задача Соединенных Штатов – победа Украины. Но вот это же слово «победа» ни разу не выдавили из себя ни Бернс, ни Селливан. Конечно. Они предпочитают вот эту лукавую формулировку «не поражение Украины». Поэтому тут нет никакой конспирологической теории, тут вот готовые документы. Это голос Грэма есть. Это у них, когда Селливан пытался опровергать, а Moscow Times предоставила запись этих разговоров. И понимаете, несмотря на чудовищность вот этого текста, где он излагает свое видение войны, он не выходит за рамки того, о чем честно с самого начала говорили Селливан и Бёрнс. Они никогда не говорили о победе Украины. Вот это не поражение Украины, это для них вот это значит ни в коем случае не допустить поражение России. Как они это обосновывали? Ну, в первых месяцах войны они обосновывали, не надо провоцировать Путина, там будет ядерный удар и так далее. Сейчас это уже не работает, сейчас у нас 2 группы других аргументов. Первое, нам не надо разрушать там российское государство в целом, украинской победой, России нам может понадобиться там в каких-то играх с Китаем и так далее. А второй, что слишком явная унизительная для России победа Украины приведет к русской смуте, гражданской войне, там на пространстве в 11 часовых зон, как они любят повторять, это нам тоже не нужно. Это как они обосновывают. Понимаете, вот когда я... Это вот один корпус документов, это связанное с беседой, с переговорами Грэма в Москве. А несколько дней до этого появился другой скандальный документ, по-моему, мы с вами уже успели его обсудить. Это статья в Newsweek от 6 июля о тайных переговорах Бернса в Москве с Нарышкиным и потом и с Путиным 2 ноября 2001 года, где Бернс дал заверение, написано, что это достигнуто было соглашение, не положенное на бумагу, но устное соглашение, где стороны прекрасно друг друга поняли, что Соединенные Штаты не допустят ударов Украины по российской территории. То есть Бернс уже прекрасно знал, что будет война, и как бы с ней согласился и договорился о том, уверил русских. Но это только послужило окончательным зеленым светом для этой войны. Я заинтересовался вообще прошлыми выступлениями этих людей, но я выяснил, что они честно отражают свои убеждения. Бернс, ну, я знал про Бернса, я его знал в Москве, он в 2005 году, Путин потребовал у Соединенных Штатов в коммунитивной форме убрать посла Александра Мершкова, который ему очень не нравился, и прислать такого более конструктивного, как бы прислушающего к нему. И вот Буш, сын, выбрал тогда Бернса, и не случайно, потому что вот Бернс последовательно выступал всегда против расширения НАТО. Он писал, что это провокация в отношении России, и не только Украины, там Чехословакии против
вступление Чехословакии, Польши. Вот все время пропагандирую вот этот фейк о том, что Горбачеву якобы были даны какие-то обязательства, что НАТО не будет расширяться. Это, ну, то есть он убежденнейший противник расширения НАТО, убежденнейший сторонник умиротворения Путина. Я посмотрел его книгу, его мемуары с таким, между прочим, символичным названием «Back Channel», вот такой закрытый канал. Он там описывает все эти события, что он всегда был как раз сторонником умиротворения путинского режима. То есть он продолжает просто ту линию, которую, ну, так он видит мир. Это достаточно распространенная западными политиками точка зрения, и он его пробует. И обратите внимание, он же какой он берет на себя роль в этой войне, намного превосходящую роль директора ЦРУ. Он и переговорщик. Он, значит, решает вопросы войны и мира. Он бесконечно разъезжает между Киев, Москва, Вашингтон, предлагает разные планы. Вот последняя его провокация в прошлом месяце была визит его в Киев. Как он сопровождался, оркестрировался тем же Вашингтон-Пост, что вот украинцы, где придумали какой-то интересный план мира, вот когда они подойдут ближе к Крыму на расстоянии артиллерийских ударов, они предложат русским этот план, и вот они хотят посоветоваться, и Бернс едет с ними посоветоваться об этом, что за план они придумали. Ну, это же ложь опровергалась и во время визита, и потом уже перед саммитом Зеленским. Помните знаменитая фраза Зеленского, что даже если одна деревушка останется в руках русских, мы будем продолжать войну за полное освобождение. А план, который якобы придумали украинцы, это как раз в том, чтобы перемирие и какие-то части украинской территории остаются в руках русских. Ну, про Салливана мы тоже знаем его позицию. И мы видим их практическую деятельность на протяжении 600 дней войны. Мы же видим, что группа наших друзей, Блинкен и Остин, с большим трудом каждый раз продавливает очередную порцию американских вооружений. С сопротивлением громадным шли и гаубицы, и хаймерс, и патриот, и эбрамс. И сейчас последний рубеж, за который зацепились те же самые Бернс и Салливан, это нам не дают пока ни F-16, ни этакомсы. Поэтому вот у меня твердое убеждение, что вся эта конструкция, плюс еще начавшиеся вчера и идущие сегодня, продолжающие вдруг, прямо накануне встречи в Джиде, переговоры Соединенных Штатов и Украины по гарантиям безопасности. Ну, это было предусмотрено в декларации Вильнюса, что каждая страна НАТО должна провести двусторонние переговоры. Но почему такое совпадение? Почему это прямо вот перехлёст с Джидой? Мне кажется, у Салливана была идея, во всяком случае, до публикования документов, вот под предлогом «давайте перетянем на свою сторону большую двадцатку», смягчить вот эту общую позицию Запада в отношении мира в Украине, но отказаться от жесткого требования, полной деоккупации. Ну, например, что-нибудь типа вот Россия отступает на линию там 24 февраля 2022 года. Такой же вариант обсуждался в марте-апреле прошлого года, но потом и Украина от него уже отказалась, и русские от него отказались. А я думаю, что вот на переговорах по гарантиям безопасности, видимо, американцы устами Салливана предлагают нам что-то такое, чтобы вселило уверенность в безопасности послевоенной. Ну, например, я бы не удивился, если бы они предложили вот эти, уже принято же политическое решение и по самолетам, и по Этерсам. Ну вот вы смягчаете свою позицию стопроцентную вот эту по деоккупации, а мы вам, значит, даем самолеты и Этерсы. Им нужно это как бы скомпенсировать.
это очень серьезно, я думаю, такой план был. Но разоблачение вот этих бесед Грэма, мне кажется, оно значит, это успех и наших друзей, и, я думаю, в какой-то степени, наверное, украинской разведки, что эти планы стали абсолютно явными. Им труднее теперь будет вот это давление оказывать. Во-первых, тот факт, что уже пришлось отказаться публично. Мы ничего общего не имеем. И повторить вот эту формулу. Ничего без Украины, ничего в Украине без Украины. Понимаете, вот естественный вопрос. А как же другая страна в американской администрации? Вот моя оценка ситуации, что Селливан и Бёрнс обладают достаточным влиянием в этой администрации. Ну, во-первых, чтобы тормозить поставки. Ну и чтобы уговорить дедушку Байдена и своих оппонентов, а вот давайте попробуем, может быть, украинцы согласятся. Вот у них нет, они не смогут никакого грубого давления, скажем, вот заставить украинцев, или вы идете на мир на вот условиях почетной ночи, или мы там прекращаем вообще поставки вооружений. Это невозможно в этой ситуации внутри администрации, внутри американского общества, когда, кстати, двухпартийное большинство в Конгрессе все время проукраинское принимает резолюции, как раз критикующие Байдена за недостаточную поддержку Украине. Единственная возможность у них вот осуществить вот этот план мирной почетной ничьей Путина, это убедить каким-то образом украинцев согласиться на него. А для этого, ну, во-первых, этого никогда не будет, а во-вторых, вот их позиция очень ослаблена разоблачением переговоров Грэма в Москве. Вот так вот я вижу эти ситуации. Мы все это увидим, насколько эти соображения мои оправдаются, мы увидим 5-го, 6-го в Джиде.